Каждый год в гала-концерте звезды Шансон ТВ на Славянском базаре принимают участие белорусские шансонье. И этот год не исключение. Я приглашаю на сцену летнего амфитеатра обладателя второго места и специальной награды за артистизм на международном фестивале «На волне шансона» в Твери. Лауреата международного фестиваля шансона «Хорошая песня» в Калининграде. Финалиста национального проекта «Песня года» в Белоруссии, обладателя уникального баритона Руслана Березовского. Витебск, встречай! Что-то пауза опять затянулась, как дождь. Ты не поймешь. Все, тишина давит молча. Каждый день без тебя от меня тихо прячется в ночь. Возьми мои чувства, сыграй с ними шутку. Последний аншлаг на двоих собери. Я предан любви, я люблю, черт возьми. Возьми мои чувства, сыграй с ними в шутку. Я предан тебе и другим уж не буду. Осознанный шаг, я люблю, ты пойми. Все, впереди ожидания. Только вера моя не устанет от снов. Не слышу тебя, все, тишина все съедает, а в надежде душа, как всегда, ждет несказанных слов. Возьми мои чувства, сыграй с ними в шутку. Последний аншлаг на двоих собери. Я предан любви, я люблю, черт возьми. Возьми мои чувства, сыграй с ними в шутку. Я предан тебе и другим уж не буду. Осознанный шаг, я люблю, ты пойми. Средний аншлаг на двоих собери. Я предан любви, я люблю, черт возьми. Возьми мои чувства, сыграй с ними шутку. Я предан тебе и другим уж не буду. А